Здравствуйте, дорогие друзья, я вас приветствую на своем канале. Вот я сегодня случайно с веселой компанией попал на сбор клубники. Ну, здесь, конечно, собираем для себя. Сразу скажу, собираем как бы не бесплатно, то есть будем за то, что мы собрали, платить, но это будет дешевле, чем покупать. Так вот, фермеры продают ее 500 и 600 рублей килограмм, в зависимости от размера ягоды. Ну, а при самосборе 300 получается. Единственное отличие, конечно, что для себя фермеры собирают с новых грядочек полей, а с частникам, которые приходят собирать, а их много людей, дают все-таки по, видимо, старым посадкам, потому что, видите, они заросшие здесь. Но, честно скажу, клубники здесь довольно много и красивой. Не знаю, вот видно, не видно. Кому, в принципе, интересно, где это находится, посмотрите, вот идешь, и вот так она собирается. Пишите в комментариях, я вам дам координаты, куда можно приехать, где можно собрать. В принципе, говорю, собирать можно. Ягода хорошая, красивая, вкусная. Не крупная, но и не мелкая. Средняя, достойная ягода. Видите, вот их поля здесь. У них малина есть. И рассаду продают они, клубники. И саранцы малины я у них видел. Не спрашивал, правда, что почем. Ну, в общем-то, стоит приехать и пособирать клубничку. Ну, или садовую землянику, как правильно говорить. Все. Кому было полезно, интересно, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, спрашивайте, где что находится. Я вам расскажу.